В Зельвинском районе ветврач одного из сельхозпредприятий обворовала водителя, с которым вместе работает. Преступление было совершено в середине августа, когда ветврач вместе с водителем доставляли коров на Слонимский мясокомбинат. После выгрузки скота водитель чистил кузов автомобиля, а девушка-ветврач находилась в кабине. Там она обнаружила барсетку с деньгами на сумму 1600 долларов США и забрала всю валюту себе. Водитель заметил пропажу денег только спустя месяц. Девушка за это время уже успела все потратить на ювелирные украшения, бытовую технику, погашение кредитов. Потерпевший обратился за помощью в милицию. Сотрудники Зельвинского РУВД оперативно установили личность подозреваемой в совершении кражи. Сейчас в отношении 20-летней гражданки возбуждено уголовное дело по статье «Кража».